Легкий морозец, слегка заснеженное поле, оранжевый мяч. Обычные атрибуты зимнего футбола 8 на 8. Во время зимних каникул на поле с искусственным покрытием универсального спорткомплекса Подмосковья в 13-й раз прошел новогодний кубок любительской футбольной лиги на призы главы городского округа Щелково. В этом году участие в турнире приняли 16 команд. До финала, который состоялся 9 января, дошли сильнейшие, причем встречались те же соперники, что и год назад. Команда «Стелс», представленная игроками Щелкова и Королева, они в бирюзовой форме, в третий раз подряд играла в решающем матче и отстаивала завоеванный в прошлом году трофей. Ее соперник на тот момент семикратный победитель турнира – щелковский «Спартак». Основу нашей команды составляют повзрослевшие выпускники футбольной школы «Спартак Щелково». Нетрудно догадаться, что ребята играют в традиционных красно-белых цветах. Регламент футбола 8 на 8, два тайма по 30 минут. Финальный матч получился на заглядение. Спартаковцы повели, но уже по ходу первой половины игры пропустили два гола от «Стелс» и почти всю вторую старались отыграться. Сделать это удалось лишь за считанные минуты до финального свистка. Красивый гол и счет 2-2. У «Спартака» был шанс закончить все и в основное время. На последних секундах судья назначил штрафной в ворота «Стелс», но мяч, шедший в створ, отбил защитник. В итоге судьба новогоднего кубка решалась в серии послематчевых пенальти. Настоящая футбольная лотерея, которая требует от игроков максимальной концентрации и которую так любят болельщики. Ну и без везения здесь, конечно, не обходится. В этот раз удача улыбнулась щелковскому «Спартаку». На 4 точных удара красно-белых «Стелс» смогли ответить только 2. У «Спартака» один раз выручил вратарь и один раз его лучшая подруга штанга. Новогодний кубок вручили многократному победителю турнира, который прибавил к своим регалиям еще один титул. «Спартак» – восьмикратный победитель новогоднего кубка. Самые закаленные ребята. Поздравляю. Очень хотели выиграть в этом году, поскольку обидно проиграли с нынешними, с бывшими как бы чемпионами, и достойно взяли реванш и выиграли уже 8-й раз этот замечательный зимний кубок. Новогодний турнир показал, что футбол в Щелкове любят и играют в него круглый год. Любительская футбольная лига насчитывает более 60 команд, и ее игроки с равным удовольствием гоняют мяч и на снегу, и на траве, и на паркете. Сейчас у нас пауза, это как раз такой межсезонный турнир, начало нового календарного года. А так у нас сейчас мини-футбольный сезон идет. Как раз вот эти все ребята сегодня, многие из них вечером уже в манеже будут вновь играть на паркете. 8 на 8 это летний? Да, 8 на 8 летний, соответственно, на улице играют. А зимой такая разминка для тех, кто хочет весело провести праздники. Ирина Микеда, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.